Любимые, всем привет! Вы на канале Соленый, вы на канале «Жизнь без невроза», и сегодня мы с вами говорим на тему «Когда живешь не своей жизнью?». Очень-очень у многих есть такой момент, когда вы чувствуете, что вы живете не своей жизнью, а жизнью кого-то другого, и что-то такое происходит, чего вы не можете себе объяснить. Собственно, ваша жизнь в Инстаграме или в Ютубе, в наблюдении за какой-то счастливой семьей или за каким-то счастливым человеком, который смог сделать вот это, вот это, вот это, вот это, а в вашей жизни ничего не происходит. Давайте с вами проснемся, и в этом видео я расскажу, что нужно делать для того, чтобы выйти из этой истории. За это мне лайк, подписку или что вы там должны сделать, чтобы Ютуб засек это видео и сделал его более доступным для тех, кому он нужен. Живешь не своей жизнью. Очень часто происходят такие моменты, которые влияют на то, как я себя чувствую, куда я иду, куда я бегу, что со мной происходит. И я вроде бы, когда мне плохо, я могу отвлекаться. Но если я очень часто отвлекаюсь, не туда смотрю, не туда иду, не туда думаю, не о том, то моя жизнь куда-то улетучивается, проходит, и, собственно говоря, я от этого остаюсь в каком-то только дискомфорте, неудовлетворенности из-за того, что, ну, это же не моя жизнь. Она вроде бы есть, а вроде бы ее и нет. И происходят моменты очень серьезные расплаты. Что делать, если постоянно живешь не своей жизнью? Смотришь на подружку, а она уже вот там. Смотришь на друга, а он уже вот там. Смотришь на того, на сего. Очень важно задать себе вопрос. Куда я иду, чего я хочу, что я каждый день готов делать, где я трачусь. И когда тебе больно, страшно, отказаться от привычного симптома, входить в ситуации. Я ничего не вижу, я не чувствую, что мне плохо. Поэтому я иду туда, в эту соцсеть. Это вообще ну, не работает. Работает часто жестко ограничить себя в просмотре чужого контента, который влияет на твою жизнь. То есть ты создаешь серотонин посредством жизни другого, а у тебя пусто. Вот это больно, вот это больно. Ты на канале «Жизнь без невроза». Здесь мы говорим о самом главном, о твоей психике, о твоей физике. Подписывайся, пиши комментарии и приходи в консультации. Пока-пока.